Три автобуса большой вместимости начали курсировать по маршруту номер 101 из Новочебоксарска в Чебоксары. Такое решение было принято после изучения пассажиропотока общественного транспорта в часы пик. На прошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов лично ознакомился с организацией пассажирских перевозок на маршрутах Чебоксары-Новочебоксарск. Министр пообещал разобраться в ситуации, найти транспортные резервы в часы пик. Была создана рабочая группа, проведены заседания по решению данной проблемы. По итогам Чувашавтотрансу поручено изыскать резервные возможности и направить автобусы на маршруты. Кроме того, предприятие должно мониторить интервалы движения в зависимости от пассажиропотока и соблюдать расписание.